Ви робили інтерв'ю з Олександром Григоровичем напередодні виборів в Мінську. І тоді приїхали, напевно, з одним враженням і ставленнями. Ми бачили інтерв'ю. Конечно. Зараз у вас кардинально змінилося до нього ставлення і риторика, і ви так його і так називаєте, і сяк називаєте, і по-іншому. Він, я впевнений, про це знає. Чи важливо вам, що думає про вас зараз Олександр Лукашенко? Вы знаете, мне совершенно не важно, что кто обо мне думает. Ни Александр Лукашенко, ни вы и ни мои соседи по лестничной клетке. Мне очень важно, что думаю о себе я и как я к себе отношусь. Уважаю ли я себя за то, что я честен и последователен, или не уважаю? Я себя абсолютно уважаю. Что касается Александра Григорьевича. Я прилетел к нему за неделю до выборов как к человеку, который имел первое место в рейтинге зарубежных лидеров в Украине, 60 с чем-то процентов одобрения. Как к человеку, который являлся какой-то гарантией ненападения России со стороны Беларуси. Как к человеку, который дразнил Путина постоянно и издевался над ним. У них очень плохие отношения. Как человеку, который имел близкие отношения со всеми украинскими президентами, включая Владимира Зеленского. Априори я к нему очень хорошо относился. Принял он меня по-царски, скажу вам честно. Обаяние такое, просто и прием шикарный, и обаяние, и замечательная беседа, и надарил подарков, и водки зубровки президентской, и конфеты, и коньяки, и каждый подарок лично открыл, все показал, и так на «ты» прямо перешел. Ну, хотелось обнять и плакать. Уехал в приподнятом настроении. Какой классный мужик. Я же рассказываю честно, как есть. Я им был очарован. Не забывайте, это было его единственное интервью перед выборами. Единственное и первое в его жизни, он и так интервью не давал практически, первое в его жизни интервью YouTube-каналу, которое посмотрело 5 с чем-то миллионов человек. Но когда он, проиграв выборы, попытался узурпировать власть, когда по его приказу белорусов, этих прекрасных людей, я обожаю белорусов, обожаю их, у меня сын наполовину белорус старший. Когда этих людей начали избивать за мирный протест, насиловать, издеваться над ними, бросать их на Крестина туда, в этот изолятор. Я думаю, да что же это? Это изверг. Это изверг. То есть под личиной этого прекрасного, обаятельного человека, такого рубахи парня, был изверг, который издевался и издевается над своим народом. Поэтому отношение однозначное. Отношение у меня к нему однозначное. Что он обо мне думает, да. Это его вопрос. Мне абсолютно все равно. Дякую. У Білорусі є робочі місця, запрацюють заводи, гарні зарплати. За це йому можна вибачити радикальні вчинки. Він все правильно робить. Ярослав Франківськ, 67 років. Ярослав, якщо б вас ізнасилували міліцейською дубинкою, за то, что вы вышли на митинг, я бы на вас посмотрел. А Дмитро Черкас пишет, Лукашенко – это Чаушеску номер два. Таким людям не можно давать владу. Ну, знаете, он уже взял тут, ну, то питання, что давать, чи не давать тут. Інше трошки. Денис, 16 лет, чи буде інтерв'ю з Ольгою Поляковою? Будь ласка, спитайте хоч одне, ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Вже зробили. Так, ну, все отлично. Дмитрий Ильич, ви плануєте балуватися і милуватися. На вибори президента України Степан ставить запитання. Вообще, никоим образом не планирую никуда баллотироваться и никуда идти. Я уже победил на выборах свободного человека, которым являюсь и кайфую от этого. Так, следующий вопрос. Дмитрий, как считаете, достойно ли Украина выступила на Евровидении? Пятое место, напомню. Мне вообще не интересен конкурс Евровидения. Я считаю его фриковым, заполитизованным, несправедливым. И я его не смотрю. Мне он не интересен. Ой, Дмитрий спрашивает вас, Андрей. Как вы относитесь к хип-хопу и рэпу? Есть ли у вас любимые исполнители? Хип-хоперы и рэперы. И рэперы. Не почитываете ли вы, на ночь глядя, рэп перед сном? Не почитываю на ночь глядя рэп перед сном.
не балуюсь пока рэпом, хотя кто знает, что будет дальше. Дмитриевич, от вас я могу ожидать все. Я сам от себя могу ожидать все, но рэперов любимых у меня нет по причине того, что я не слушаю рэп. Угу. Так, пум-пум-пум, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, какой фильм вы посоветуете? Желательно комедию, пишет Владислав. Смотрите, у нас уже такая лайт, но на самом деле у нас мы во втором часе можем, да, и улыбнуться, и пошутить. Все равно мы будем говорить о серьезном. Мы нормально к этому относимся. Комедия, я бы посоветовал, я не помню ее название. Там, где играет... Боже, я и фамилию-то его забыл. Он постоянно обо мне посты делает. Российские... Харламов. Да, Гарик Бульдог Харламов. Да-да-да. Да. Очень хорошую комедию он снял. Там, где он постоянно... Он в тюрьму попал. И помните, точно. Да? Да. В онлайн-режиме. Это, кстати, интернет-сериал. Отлично. Отличный, такой YouTube-формат. Отличный. Напомните, коллеги, как он называется, потому что мне вот тоже... Советую посмотреть, посмеетесь. Вылетело из головы. Мне сейчас жуки посоветовали посмотреть, пока нет времени. Но говорят, что тоже уматный фильм. Так, тут исправляют меня, что нельзя говорить ЖДС получше, не коли я говорю украинскую мову, и треба говорить залезничное. Ну, абсолютно правильно. Ну, просто оно как уже сталый выраз. Будет ли с кем-то интервью из солистов мирового рока? Екатерина Киев. Я эту ниву не возделываю, у меня все-таки свое направление, поэтому я думаю, что нет. Угу. Так, крокуем далее. Я взял интервью всех ведущих, наверное, советских рокеров. Кузьмин, Шевчук, Цой. Макаревича нельзя назвать рокером. Гребенщиков. А мировых рокеров, наверное... Я, кстати, когда-то брал интервью у Сьюзи Куатро. Очень популярная была девушка в свое время. Угу. Так, пишет нам зритель, сериал так себе. Ну ладно, не хотите, как хотите. Зона комфорта, вот точно, он назывался. Точно, зона комфорта, да. Так, добрий вечір. Чому інтереси Порошенка у вашій з ним справі в суді захищатиме громадянин Росії? Даша, 28 років. Даша, я це запитання ставив тиждень тому. Передивіться, будь ласка, наш ефір. Так, а суда не пропускайте. Нет. Суда нет. Да, это же пиар-ход был. Никакого суда не будет, скорее всего. Я так предполагаю. Хотя очень хочется. Да. Обиделись люди, которые пишут в Вайбере на вас. Угу. Ну, вы уже сказали, что... Вам все равно, что мы о вас думаем? Поскольку я никуда не собираюсь баллотироваться, мне глубоко все равно, что обо мне кто думает. Так. Кроме, кстати, так. Мне не все равно, что я о себе думаю, так. И мне не все равно, что думают обо мне мои близкие люди. Жена, дети, да, отец. Друзья, да, да, да. Вот не все равно.